смотри, смотри, я уже сейчас выиграю просто-напросто. Вот это прям миллиметраж был. Слышь, это не моя, у меня нету. Ты мины поставил, похоже. А, это у меня есть. Серьезно. Здорово. А я вот полечу и даже прыгну с альтуху. Вот это было эпично. Всем здорово, чуваки, с вами Джел, и сегодня со мной Редфар, и мы находимся в GTA 5 онлайн с рубрикой «Битва рандома». Да, друзья, всем привет! Сегодня у нас подготовлены много вот таких машинок на пульте управления, а их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. И мы сегодня с помощью рандома, с помощью Алисы мы будем угадывать от 1 до 8, какая машинка нам достанется, потому что далее мы будем прокачивать, тюнинговать их и устраивать на них гонки и различные испытания. Я надеюсь, вы поставили лайк, ребята, я вам желаю приятного просмотра, а мы начинаем, погнали! Ну что, Дань, я предлагаю на камень, чтобы мог определить, кто первый, кто второй сегодня будет угадывать тачку. Давай. Ну, давай, я погнали. Начинаю уже писать. Давай, я уже пишу во всё так. Написал, так все, написал. Я написал. Раз, два, три. Камень, камень, серьезно. Так, стой, не туда пишу. Написал. Раз, два, три. Множество бумага, я тебя победил. Я первый, у меня больше шансов выбрать крутую тачку. И я спрошу у Алисы. Алиса, назови число от 1 до 8. Ну-ка. 8. Восьмая тачка, самая последняя. Это... Ой, братан, ну такая простенькая тебе машинка сегодня досталась. Так, подожди, так, Алиса, выключись. Так, зеленая тачка, какая-то джип-внедорожник. Слушай, у него есть еще версия со спойлером, она стоит где-то вот, которую ты подвинул. Блин, ну это покруче, а это без спойлера. Ну ладно, давай теперь выберем тебе. Так, давай. Я думаю, то, что 3 либо 5. Алиса, назови число от 1 до 8. Ну, сейчас проверим. 39. 39? Да, ты что, Алиса? Братан. Алиса что-то считать не умеет. Так, Алиса, назови число от 1 до 8, назови число. Выпало число 6. Шестая тачка тебя выпала. Да, вот пикапчик. Такая вот. Старенький пикапчик, серьезно? Ну, слушай, ну такое, если честно, такое. Могло выпасть и получше. Мы сегодня на внедорожниках с тобой оба. Так что давай переходить уже к тюнингу. Поедем в арену ВАР и прокачаем там наши тачки. Погнали! Вот, ребят, я и пригнал свою маленькую машинку к себе в мастерскую. Давайте ее прокачаем. Вот такой внедорожник нам сегодня попался. Так, кузов мы не менять не будем ни в коем случае. Начнем с раскраски. Я сегодня тачку хочу сделать в своем стиле. Видите, я такой синий-белый чувачок. И давайте в сине-белом ее какую-нибудь сделаем. Так. Главное, чтобы что-то подходило нам под синий и белый. Так, но что-то ничего нету. Вот такую можно посмотреть, как она еще с краской будет справляться. Основной цвет металлик и выберем ультра-синий. Давайте его поставим. Вот так она выглядит в синем цвете, но давайте тогда поменяем раскраску, потому что раскраска ей вообще не идет. Так, какая есть раскраска? Во, вот это красивая яркая раскраска, давайте ее как раз таки и поставим. Слушайте, мне даже перехотелось перекрасить этот синий цвет, хотя нет, ладно, таким оставим. Окей, так, чуть не покинул уже эта окраска, дополнительный цвет, металлик, и давайте сделаем наш кенгурятник каким-нибудь красненьким. Так, ультра-синий как раз, как и наша тачка. Все отлично, ставим цвет шлема. Так, цвет сделаем беленький. А вот костюмчик делаем синеньким. Так, где же синий? Вот он, ультра-синий. $5500 за покраску какого-то костюмчика. Вы что, издеваетесь? 210 тысяч на прыжок. Блин, это просто грабеж. Так, эксклюзивные, диски. И поставим какие-нибудь красивенькие. Красивенькие диски, значит, мне нравится. Хотя, подождите, давайте оффроудные колеса сегодня поставим. Какие-нибудь вездеходные, стандартные. И вот такие крутые сейчас выберем. Какие-нибудь. Они даже больше стандартных, так что мне нравятся, знаете, какие? Вот такие, мне кажется, подойдут отлично. Либо вот эти, либо вот эти. Давайте вот эти, у них есть хромированная такая полочка, так что, мне кажется, круто будет смотреться. Цвет колес сделаем, конечно, синим. Вау, ничего себе, ультрамариновый тоже прикольно смотрится, но ультра-синий, ярко-синий, даже еще круче. Так, и шины перейдем к шинам. Дизайн покрышек, заказные покрышки, конечно же, спорткар, дым от покрышек сделаем синеньким. Все, просто теперь пушка-гонка у нас готова. Стекла, цвет, конечно, лимузин, но тут стекол нет, они тонироваться не могут. Вот такая машинка у нас сегодня получилась. Давайте встретимся тогда с Редфором и посмотрим, какую тачку он сделал из своего деревенского пикапчика.
Вот, ребят, такие тачки у нас сегодня получились. У меня красно-бело-синяя с красными, точнее, с синими колесами. Ау, Даня, это что вообще такое? У меня бело-черно-красное, братан. Да, серьезно? Слушай, ну у тебя пикап, он покруче стал выглядеть, чем был. Потому что белый, черный, красный, красные диски, белые, кстати, черно-белые шины. У тебя прям с такой же раскраской, как и у тебя и сама тачка. Ну, мне твой нравится пикап. Я вижу, ты сверху фары дополнительные даже поставил. Угу. Ты прыжок-то поставил на него? Потому что сегодня испытание было с прыжками. Да-да-да. Просто топовый. Ребят, вы уже пишите в комментариях, какая тачка вам нравится больше, моя или Редфора. И тогда уже будем оценивать, в принципе, балл дополнительный от зрителей. Но мы тогда уже стартуем к первому испытанию. Ребята, мы уже находимся на первом испытании. Это у нас будет толкучка. Кто кого перетолкает вот с этого огроменного, наивысшего, самого большого здания в городе. Мы находимся на Мейзбанке. У нас пройдет сейчас 3 раунда. За каждый раунд по одному баллу победитель получает. Раз, два, три, погнали! Воу! Слушай, они очень резкие, можно вообще самому даже слететь с этого. С башни. Так, смотри, тут вертолет даже нас снимает, какие-то пираторы приехали. Хорошо, давай. Хорошо. Я тебя должен столкнуть. Почти. Тут это было вообще на грани, слушай, падение. Так, на грани. А куда? Опа. А куда ты уезжаешь? На тебе! Блин, так. Это очень трудно, ему реально трудно попадать. Ой-о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 й-
первому раунду. Ну, посмотрим во втором раунде, сможешь ли ты отыграться и заработать еще один балл. Раз, два, три, погнали. Погнали. Так, нет, я тебя буду держаться подальше. Вау! Да, что? Давай, давай, стоп. Держись! Вот это да! Вот это было эпично! Я тоже, кстати, падаю. Ну, второй раунд ты получай, и получаю опять я один балл, и у нас счет уже 2-0. Мы перейдем к третьему раунду. Ребят, мы перейдем к третьему раунду. Посмотрим, сможет ли Редфорд отыграться в этом раунде. Слушай, напугал меня, я уже подпрыгнул, думал, меня столкнуть. Ну что тогда, раз, два, три, и наша толкучка продолжается. Сможет ли ты меня отсюда скинуть? Либо я буду трехкратным чемпионом вообще по переталкиванию. Да ты издеваешься, тебя просто спасла. Что это было? Это слышь, не моя, у меня нет. Ты мины поставил, похоже. А, это у меня есть. Серьезно. Вот это было небольшое читерство, но я зарабатываю третий балл на этом испытании. А мы перейдем ко второму испытанию. Ребят, мы уже переместились во второе испытание. Это у нас будет гонка по бездорожью. Победитель получит целых 2 балла. Нет, ты отчет можешь не давать, потому что я тут главный. Да-да-да-да, тихо-тихо. Так, это будет эпичная гонка по бездорожью, она очень трудная, поэтому победитель получит за нее целых 2 балла, ребят. Так что у Данила будет шанс отыграться, да. Забыл уже, как говорится. Ну что, раз, два, три, погнали. Ну ты, мне кажется, не отыграешься, потому что сейчас у нас будет первый трамплин, на котором, я надеюсь, ты упадешь. Фига ты тут на двух колесах едешь, смотри, я уже сейчас выиграю просто-напросто. Вот это прям миллиметраж был. Тихо, я поехал. Ты нормальный? Пакета, братан, я уехал. Ты что делаешь? Я вообще уехал на этот, на обочину летел. Уехал я. Не-не-не, тихо, ты на втором трамплине уже прыгнул, нет? Нет еще. Нет еще, но у меня будет шанс сейчас. А, я вижу, ты промахнулся мимо него. Здорово, а я вот полечу и даже прыгну сальтуху. Вот это было эпично. Я сальтуху назад сделал. Я не долетел, куда ты покатилась. Так и надо тебе, так и надо. А я дополнительный прыжок. Так, чё? Чего? Тачка то резкая, то вообще не поворачивает. Я просто в кусты улетел сейчас. Давай, на. Я уже до стройки долетел. Тут тоже трамплинчики едут. И тут... стоп, тихо. Тачка, выезжай. Тачка, выезжай. Я в трубах застрял. А, вот вижу, вижу. Я не могу выбраться, стой. А, есть такой, есть такой. Все, выбрался. Ты меня не догоняешь, ты меня не догадаешь. Не догадаешь, говорю. Не, братан, догоняй. Не, я сегодня выиграю в этой гонке, походу, точно. Я уже еду просто по стенкам, и я опять улетаю. Она безумно вообще не управляется. Так, тихо, тихо. А где я? А, здорово, я тут тоже на крыше катаюсь. О, я в то же место улетел, куда ты сейчас улетел. Так, нет, нет, в принципе, сложно. Я могу не бояться, что ты меня выиграешь, потому что у меня в запасе есть целых 3 балла. Даже если ты 2 получишь, я все равно буду в плюсе, понимаешь, да? Вот, понимаю. Тихо, да как так? Это очень трудно, слушай. Да куда же ты поехал? Я надеюсь, у тебя минок нет, потому что ты меня можешь расставить. Нет. Я там подсказку. Во, аккуратно, тихо. Блин, да она у меня неровно едет, это что такое? Да, есть такое. Что есть такое? Что такое? О, вот это самое жесткое, что можно. Слушай, быть тут. Я тебе дам вопрос. А ты посмотри на своего чувака, ты осмотри свою тачку. Как у тебя раскрашен чувак, твой персонаж, который за тачкой сидит? Красный. Красно-белый. Вот, там еще постой, посмотри, как еще он раскрашен у тебя там, еще чем-нибудь колес какие у тебя там, расскажи. Ну все нормально. Блин, вроде. Не получается мне, короче, отвлечь тебя от дороги. Потому я думаю, что я уже финиширую, братан. В смысле финишируешь? Уже к финишмену подъехал? Я уже пересек ее. А финишмен там, а нет?
Да, финишмен, да, да, вон он, да, 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 стоит, все, и он финишем махает уже тебе, что все, все. Ладно, ты получаешь 2 балла, и у нас счет 3-2, мы перейдем к последнему, третьему решающему испытанию. Ребята, у нас последнее испытание, это полоса препятствий. Здесь у нас есть прыжок, далее у нас конус, который надо будет змейкой объехать, и потом такая драговая прямая, до которой мы едем, разворачиваемся и едем эту полосу обратно. Ну, короче, кто поезжает первым, тот и получает 1 балл. Редфорд, ты готов? Я готов. Все, тогда отсчитывают 3 секунды, тут самолет ничего себе летает. Давай. Раз, два, три, стартуем. Погнали, всё. Погнали. Слушай, погнали. Если ты сможешь, оп, проехать это все испытание и получить балл, то ты получишь, конечно, 1 балл и шанс выиграть на ничью, так сказать. Так, все, еду дальше. Так, ничего себе ты проехал, хорошо, слушай. Хорошо, а хорошо, у меня тут поворот, так что у меня траектория чуть быстрее. Дальше мы объезжаем конусы и возвращаемся обратно. Так, тут главное притормозить пораньше, но я тебя, смотри, объезжаю. Да-да, чуть-чуть обгоняешь, у тебя есть небольшое преимущество. Да-да-да, преимущество у меня есть. Так, ну на повороте я вот так вот делаю. Как? А, ну на мою полосу... Воу, аккуратно. Так, вот тут надо притормозить, потому что конусы, змейка. Тут есть один конус заденешь, что сразу протеряешь много времени. И прыжок. Оп! Все, есть, я финиширую первым, причем я еще задом финишировал, прикинь. Но сегодня счет у нас такой, 4-2, ребят, в этой битве побеждаю сегодня я, и на этом видео подходит к концу. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ребят, если оно вам понравилось, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео за такую эпичную гонку, за те эпичные испытания. Ну а с вами был сегодня Джел Редфорд, ссылка на Редфорда будет в описании, как всегда. Ну а я с вами прощаюсь, всем спасибо, всем пока, ребята. Да, друзья, всем пока.